«Мой район, моя судьба». Под таким девизом прошел день рождения Маслянинского района. Ему исполнился 91 год. О том, как развивается эта территория, сюжет Натальи Цопиной. Стоит село красивое, большое, среди лесов наш милый Изырак. Большой Изырак отметит юбилей в ноябре, 160 лет. Сегодня его жители приехали в Маслянино поздравить с днем рождения район. Да, ну я здесь родилась, в Маслянинском районе, и прожила всю жизнь. Ну и как, каждый свое место родное любит, и каждый кулик свое болото хвалит. Впрочем, Маслянинский из тех районов, которые хвалят не только местные жители и не только в день рождения. Его называют одним из самых красивых и динамично развивающихся. Построены новые животноводческие комплексы, в планах возведения молокоперерабатывающего завода. Основа районной промышленности – производство стройматериалов и золотодобыча. По итогам 2014 года вдвое увеличили добычу золота. У нас золотодобывающие предприятия. Они у нас являются весомыми налогоплательщиками в бюджет района. Еще недавно остро стоял вопрос с реконструкцией центральной районной больницы. Теперь работы возобновились. Возводят в Маслянино и детский сад на 175 мест. Сдать обещают в декабре. Строят новое жилье. Важинск – это спальный микрорайон рабочего поселка Маслянина. Сейчас у нас отведено там 70 участков под строительство. Порядка 25 домов уже построено, остальные ждем. И наш сельсовет прибудет как минимум 200 жителями новыми. Не забывают в районе о туризме. Говорят, здесь есть на что посмотреть. А что процветал и богат район, что всегда достаток был в бюджете. В праздничный день чествуют тех, кто добился высоких результатов. Тех, кто привык трудиться и отдыхать на славу. Наталья Цопина, Борис Гладких, новости ОТС.